122 работы из 44 городов России было представлено в этом году на всероссийский конкурс «Герой нашего времени». Телеканал «Самара-ГИС» получил специальный приз. Жюри отметило выпуск программы «Обернитесь» Инессы Панченко «Человек, который не родился». В фокусе внимания престижного фестиваля программы и фильмы, посвященные подлинным человеческим ценностям. Впервые конкурс прошел в 2007 году в Москве. С тех пор эстафету подхватили Тверь, Тула, Ростов-на-Дону, Уфа, Астрахань, Пенза, Санкт-Петербург. В этом году итоги подводили в Самаре. Огромное количество действительно настоящих профессионалов, очень сильных профессионалов. Вот честно скажу, в этот раз нет. Думала, ничего нам не достанется. Было очень неожиданно. Я пока шла к сцене, у меня просто ноги не шли. Программа Инессы Панченко «Обернитесь» – это уникальный проект, который рассказывает о том, как увидеть свет в конце тоннеля тем, у кого, казалось бы, уже нет выхода. Это история людей, лишившихся в жизни всего, но сумевших начать жить с чистого листа. Выпуск, отмеченный в конкурсе, рассказывает о судьбе человека, дважды брошенного матерью. Он мог умереть, сесть в тюрьму, возненавидеть мир и начать мстить, но выбрал другой путь. Обратился к Богу и теперь помогает тем, кто живет в обители. Я что-то думаю, постою с ними, вот. Тоже постоял и стал тоже читать потихонечку вечерние с ними, в храм ходить стали. По словам автора программы Инессы Панченко, особенно ценно, что работа телеканала была отмечена в год его 15-летия. Это говорит о том, что «Самара-ГИС» движется в правильном направлении. Я очень рада, что мы эту награду выиграли именно в год 15-летия нашего телеканала. То есть телеканал делает нам подарок, дает возможность творчества. А мы, в свою очередь, можем ответить взаимностью и подарить вот такой подарок нашу награду телеканалу. «Герой нашего времени» – очень представительный телевизионный форум, в состав жюри которого входят люди, чьи имена известны не только кругу профессионалов, но и широкой публике. Фестиваль длился 3 дня. Участников ждали мастер-классы признанных мастеров жанра публицистической журналистики и режиссеров, встречи с известными продюсерами и кинокритиками, дискуссии на волнующие темы. Виктория Шаре, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События.